Прогноз на день – это как прогноз погоды, только на сегодня. Это связь энергии даты рождения человека и энергии определенного дня. Поэтому индивидуальный прогноз намного точнее, чем общий. Особенно помогает предпринимателям и людям, которые сами планируют встречи и дела на день. Также, зная прогноз заранее, можно настроить себя с самого утра на определенный ритм. Общение, большое количество встреч, отдых, обучение, поездки. И самое главное, в какой день начать свой бизнес и старт гива. Я помогу вам, чтобы был отличный выхлоп.